ночью задул листобой, холодный октябрьский ветер. Он пришел с севера, из тундры, уже прихваченный льдом с берегов Печоры. В ночном обрыве, где ветер особенно силен, я подставил под струю листобоя красный глиняный кувшин. Набрал побольше листобоя и закупорил кувшин деревянной пробкой, залил ее воском. Поздним вечером в Серебренческом переулке соберутся друзья. Я достану капусту квашеную из калины и чистодорские рыжики. Затем принесу кувшин, вытащу пробку. Друзья станут разглядывать кувшин, хлопать по его звонким бокам и удивляться, почему он пустой. А в комнате запахнет сырой землей, сладкими опятами и дымом с картофельных полей.